Здравствуйте, уважаемый Геннадий Викторович, добрый день. Приветствую. Сегодня интересный день, день судового работника Украины. Ну и, в общем-то, кому позвонить, как не вам, потому что вы об этом направлении деятельности украинского правосудия знаете очень хорошо. И недаром за моей спиной сейчас находится плакат, который мы вывешивали, ну, уже практически 3 года назад. И сейчас я его достал из закромов, повесил на стенку, для того, чтобы поговорить о судовой реформе в Украине и насколько она справляется сейчас с тем, что происходит, и вообще нужна ли такая судовая нам служба, которая есть сегодня в нашей стране. Ну, наша страна, она традиционно еще с Советского Союза, почему мы называемся постсовком, мы воспринимаем обвинительную форму. Не воспитательную, а обвинительную. И поэтому суды в большинстве случаев поступают так, как хотят прокуроры. То есть у нас продолжается судебная система, что прокуроры ходят к судьям и договариваются на заключение сделать против адвокатов. Иногда адвокаты сидят в зале, и их судья может не слушать. На сегодняшний день, вот в моем случае, например, адвоката вообще не допускают к суду. То есть мне выбирают розыск, мы меняем адвоката. Я нахожусь в Америке по программе U4U, то есть как беженец от войны. То есть чужая страна меня, так сказать, спасает от войны, предоставила возможность находиться здесь. А моя родная страна, пользуясь тем, что я выехал по этой программе, и вот меня не вызывали много, то есть, ну, практически, когда я был в Киеве во время войны, меня не вызывали. А когда я по программе U4U только двинулся за рубеж, то есть оформил документы, заехал в Америку, а это временный статус на 2 года войны, они тут же приняли решение меня вызывать. И приняли решение объявить международный розыск. И я, конечно же, на своей шкуре это чувствую. И люди в отчаянии, потому что, ну, это со мной. Так и уже 3 года меня преследуют по преступлениям, которые я не совершал, фактически выполняя заказ банковый. И этот заказ банковый на сегодняшний день вот обрушается на людей вообще, потому что у нас идет охота на людей. Прокуроры охотятся на людей при помощи своих корочек, при помощи своей власти. Рядом с ними охотятся на людей милиционеры, потому что у нас все превратились в зарабичан. Человек – это объект для грабежа. Если человек не платит, то его раздавливает система. Он начинает поступать на ужин судьям, на ужин прокурорам, на ужин ментам, на ужин тюремщикам, в конце концов. Тюрьмы переполнены становятся. И это конфликт законодательства и международного права с судебной системой Украины. И на сегодняшний день, когда вот даже европейцы подписывают договора с Украиной, они прекрасно понимают, что это абсолютно коррумпированная страна и что не скоро ей удастся исправить. Вот с чем мы сейчас столкнулись. И охота на людей сейчас уже распространяется на всех. Все в опасности, кто не у власти. А те, что у власти, на них тоже идет охота, но это уже на Бог. И получается, а кто чувствует в стране себя безопасно? Может быть, прокуроры себя чувствуют безопасно, но это надо тогда только бумажки писать и затевать противодействие людям. Но когда вот сегодняшний случай произошел взрыва в сельсовете, то есть сельсовет взрывает слуга народа. Этот слуга народа прошел туда для чего? Он послужил, получил посттравматический синдром. Сейчас мы должны представить себе, какое количество военных придет с таким синдромом. У него обостренное чувство справедливости. Но ужас заключается в том, что я посмотрел, за что. Оказывается, он был против надбавки главе сельсовета. То есть у нас на всех уровнях происходит бесчеловечное отношение друг к другу. Мы как будто бы душим друг друга. Там меня душат прокуроры, городская прокуратура Ходсков, там кого-то душит ТЦК, кого-то командир, кого-то вот этот глава сельсовета. Потому что сейчас они этих людей с посттравматическим синдромом доводят до того, что он эти гранаты бросает. И вот мы это видим воочию на наших глазах, это происходит весь этот ужас. Я так подумал, ну, максимум за 20 тысяч гривен.
Потому что эта надбавка, наверное, не больше этому председателю сельсовета. За 20 тысяч гривен люди будут убивать друг друга. А вчера убивали за межу, за колоски, стучали друг на друга. Короче, Украина, к сожалению, падает в правах человека донизу. Ну и, конечно же, вот этот обвинительный уклон судов. И, к сожалению, судьи, например, Печерского суда, они не выздоравливают. Там, наверное, 50 на 50. 50% людей, которые выполняют судебные обязанности, более-менее. 50% полностью легли под нынешнюю власть. И с садистскими наклонностями выносят решение без адвоката уже. И неизвестно, как защищаться. Вот на сегодняшний день у меня, например, я в тупике, потому что я не знаю, как защищаться. Я нахожусь через океан, быстро прилететь не могу, идут военные действия, шахеды летают, мне все бросить, выехать отсюда, у меня нет разрешения на выезд. Потому что, чтобы выехать из Штатов по U4U, нужно разрешение на выезд. А прокурор сидит и рожает новые и новые бумажки. Я думаю, что скоро он родит бумажку о моем аресте по возвращению в страну. И получается, они вот таких, как Балашов, вообще выгоняют из страны. Сколько их будет сейчас за рубежом, которые выехали? Одних назовут уклонистами, других еще как-то. Амнистии не видать. И на сегодняшний день вот что людям делать? Когда единственное, кто процветает у нас, получается, прокуроры и судьи. Потому что эта машина карательная работает, даже во время войны ничего не останавливается. Сейчас тюрьмы переполнены. Мы вспоминаем избитого Дубинского, мы вспоминаем сидящего Шуфрича, мы вспоминаем там, что Коломойского держат. Но дело же не в том, что кого держат, а вопрос, как были защищены права даже преступников. Допустим, все эти люди преступники, но их права же должны быть защищены. Сегодня все, Украина именем войны скатилась с рельс. И все это благодаря власти Зеленского. Потому что он не понимает, что делает. Он дал распуститься в вакханалии силовых органов. И по сути сейчас управляют страной силовые органы. Ну вот даже адвокаты говорят, что вот заменят Зеленского на другого, а прокуроры останутся. И судьи останутся. Потому что они уже прикрыты собственной мафиозной ДБР, которая их прикрывает. Возбудить дело против судьи, который нарушает все конституционные права обвиняемых, невозможно. А основополагающее, что рассматривается вопрос без адвоката, не может. И когда адвокат является в суд, он просто придирается и не допускает его к заседанию. То есть, чтобы не было возражений. Нет, судебной системы в Украине на сегодняшний день нет. И я такая же жертва, как и другие люди этой системы. Ну и вообще жертва Украины, потому что вот это бросание гранаты, это говорит о том, что люди убивают за копейки друг друга. И чем больше будет дальше идти бесправие и нищета, а это всегда рядом идет. То есть если людей сделали бесправными, то значит они будут нищими. Потому что деньги с такой страны убегут и убегают всеми силами. Уже в конце концов люди будут думать: так, я сделаю все, чтобы только не вернуться, потому что вот то, что делают прокуроры и судьи со мной, это чтобы я не вернулся, не дай бог. Я понимаю, что они послушали мои видео, возмущения, нападки на власть, но это и есть свобода слова, без нее умрет все. Страна погибнет. Без свободы слова. И Зеленский сегодня принял маршрут, свобода слова только ему, и то в мобильный телефон. Нет свободы слова в Украине и нету свободных, или как, независимых судов. Сейчас судьи на стороне прокуратуры обвинительный уклон. И у них самое главное людей запихать в тюрьму. Игорь, я уже говорю о том, что заводят заказные дела, которые длятся годами, а иногда и десятилетиями. Я, к сожалению, недооценил опасность для себя, когда это все начиналось. Я попытался дать бой. Мы помним, там, когда и митинги выводили, но они показали свою силу. Сейчас люди должны быть очень осторожными. Невозможно сейчас перебить ни прокуратуру, ни суды какими-то там движениями. Получается, остается у людей только бегство с родины. И я вижу, что сейчас очень многие люди подались за рубеж, потому что
только убегать. Все, Родина опасна. Украина опасна не тем, что война и Путин идет, а тем, что она осталась арабская. В Шевченковском суде в июле 23 года Игорь Гуменюк подорвал себя гранатой, взрывчаткой, пожертвовал собой с невозможностью доказать свою справедливость и невозможностью того, чтобы его отправили на фронт, хотя он очень рвался туда, для того, чтобы искупить свою вину, если он был виноват, или оправдательный приговор получить, или какое-то смягчение своего участия. Теперь в Корецкой ОТГ образовалось 26 жертв, которые пострадали. Вроде как человек, который подорвал себя гранатой, он уже мертв. Некоторые паблики пишут, что в тяжелом состоянии. Эти люди явно пошли на смерть, не убить кого-то, а пожертвовал своей жизнью, потому что они безвыходность ситуации видят. То, что они не видят перспективы развития вообще дальнейшей своей карьеры и на ненадежду на справедливость. Возможно, продолжение подобных акций, которые состоялись вот в этих двух заседаниях. В одном суде, другой на рассмотрение бюджетной комиссии. Это будет продолжаться или это единичные случаи? Дело в том, что по себе знаю, что когда попадаешь в тюрьму по несправедливости за преступление, которое не совершал, самое главное, у тебя клокочет в груди и в мозгу одна мысль – отомстить. А люди, которые уже научились стрелять, уже научились пользоваться гранатой, и они могут сокращать вопросы судебных разбирательств с ментами, прокурорами и со всеми остальными. Я думаю, что Украина будет насыщена оружием и гранатами. И подобные случаи, конечно же, наверное, мы должны ждать вспышку насилия. Не знаю, кто ее, почему я и говорю о том, что в Украину должен прийти усмиритель. Во-первых, потому что перед Украиной будет стоять сложнейшая задача — экономическое выживание. Я не знаю, там, когда война закончится, пусть даже там в конце 24-го года, уже даже трудно предсказывать. Потому что поведение власти говорит о том, что им опасно заканчивать войну, потому что народный гнев обрушится на них. И из-за того, что они не хотят заканчивать войну, они начали танцы на костях. Вот Зеленский начал посещать усиленно кладбище. Это пиар. Вот для него это все пиар. Он артист, он играет этого кровавого диктатора среди военных действий. А война закончится. Кто будет отвечать за это все? За распущенные власти. Поэтому должен прийти усмиритель, который должен их усмирить. В том числе и людей, которые вернутся с фронта. Потому что нужно вернуть людей из-за границы. А как вернете людей, если вы на них позаводили кучу дел, всех обозвали уклонистами и сказали, что будете всеми заниматься? Люди сейчас пытаются пустить корни в других странах. А надо Украине люди? Зададимся вопросом. Вот придет ли власть та, которой нужны будут люди, причем квалифицированные люди? Военные, когда закончится война, в таком количестве будут не нужны. Но их же надо трудоустроить, потому что вся проблема, если они будут убивать друг друга за 10 тысяч гривен, да, то преступники их смогут нанимать и направлять, кого убивать за небольшие деньги. Короче, голодное общество и послевоенное, оно приведет к огромной вспышке насилия. И могут пойти убивать уже само государство. И это опасность для Украины. Если вы не дадите свободы, не дадите людям возможность жить, работать в своей одной стране, мы просто потеряем страну. Сейчас ее теряют слуги народа. Потому что посмотри, какие слуги поприходили на всех щаблях власти. Это наши соседи, это наши люди, это они дерутся друг с другом за копейки. Государство открыло доступ до публикаций, до отчетности слуг народа, судей, прокуроров, и люди сейчас пристально рассматривают, что же у кого там накопилось за последние годы. Вот, например, Эдуард Смоленец, это 7-й апелляционный суд, сегодня нагло и цинично себя вел по поводу покупки новых автомобилей, там BMW X5, кажется, на сумму больше 2 миллионов гривен. Он ведет себя нагло, цинично, как будто бы это в порядке вещей во время войны покупать автомобили, потому что там залог, ему нужен транспорт и прочее. Людей очень мучает несправедливость, потому что одним не хватает на еду, возможность заработать, возможность прокормить свою семью,
А другие в этот момент издеваются над журналистами, говорят, что это в порядке вещей. Вот этот вот разрыв, он будет увеличиваться, и не возникнет ли проблема такая, что кто-то начнет отстреливать людей, которые так нагло и цинично себя ведут? Я не знаю, может и будут отстреливать, может и не будут отстреливать. Но то, что сейчас уже власть попутала берега, вся власть, это нельзя говорить только об администрации Зеленского. Зеленский это допускает, потому что они должны быть сдерживающим фактором распоясавшихся следователей, прокуроров. Но они на сегодняшний день нет. И, к сожалению, вот люди, которые борются с ними, вот сейчас будут все смаковать, сколько кто автомобилей купил, сколько кто домов купил, будут разоблачать. А последствия какие? Никаких ровно последствий не будет, кроме там отчетов, неприятностей. Но может у кого-то что-то мелкое конфискуют. А в корень они не смотрят. А как так получилось, что у судья есть деньги на покупку машины такой? Как так получилось, что при его зарплате, которая не позволяет, а это случилось? И мы понимаем, что это чья-то судьба решалась в его суде. И что он поучаствовал в суде другого человека. И пока это допускается, пока судьи не находятся под контролем нормальным власти, имея в виду, у них своя судебная власть. Я же говорю, что независимого суда на сегодняшний день нет. Мы его не видим. Мы видим абсолютно зависимых, связанных с прокурорами судей, которые играют против своих граждан. Я хочу зачитать один текст. Сегодня я смотрел о Калиївщині, и там был такой текст в самом начале. «Більше терпіти, не терпіть, ховайтесь, утікайте, до гайдамаків не приставайте. Наша справа судом доходить до терпіння, краще безневинно постраждати, чем виноватцем жити». Это была Калиївщина, 1768 год, когда было большое восстание в Украине. И тогда это восстание длилось 2 года. Придушили его как раз русские войска, русская имперская армия, вместе с тем же самым низовым казачеством. Они дрались тоже за власть. При этом пострадало огромное количество людей. Но Калиївщина была известна тем, что восстали простые селяне, которые просто с голоду уже не смогли и не в силу больше терпеть издевательства слуг над собой. Сегодняшняя вот эта ситуация, которая развивается, что усиливается разрыв между богатыми и бедными, не может ли привести к какой-то очередной Калиївщине в Украине? Ну, единожды вкусив прелесть отобрать деньги или имущество силой, это уже не остановит. Мы же знаем, что после каждой революции приходят мародеры. После войны, если солдаты не получат победу, ордена и успех, ну и, соответственно, признание государства, то они пойдут эту справедливость получать другим способом. Я не знаю, насколько сейчас люди кровожадны, но мы смотрим по вот этому делу, что скорее люди способны на суицидные дела. Потому что вот этот взрыв и самого себя, и своих односельчан, это такой суицид странный, замаскированный. То есть человек отчаялся жить вот в таком положении, и он совершает суицид. А так как одному скучно умирать, он еще прихватывает с собой других односельчан. Вот что поворачивается. У украинцев в душе жертвенность. И это все от поэзии украинской, от того, что исчезнут наши вооруженки, как трава у лиси там, или на траве. Как трава на солнце. Как трава на солнце. Вот это ожидание, что куда-то денутся враги, куда-то денется Путин, а у нас будет все хорошо в нашей стране, приводит к тому, что когда это не осуществляется, люди начинают убивать себя. То есть государство не образовалось в том плане, чтобы помогать этим людям становиться другими. Сейчас говорят о Евросоюзе, начнутся разговоры, поговаривают о 30-м годе, возможно, вступление в Евросоюз. А до 30-го года мы с чем вообще туда зайдем? С нашими прокурорами и судьями? С коррумпированной насквозь системой? Как ты говоришь, с цинично хвастающимися судьями своими автомобилями? А кого они уничтожают? Сегодня меня растоптала государственная система, как лидера партии, как предпринимателя, как, в конце концов, 60-летнего человека, у которого даже орден есть от президента, бывшего депутата. Вот меня буквально растоптали прокуроры, они показали власть государства над человеком.
ты никто, ты раб, и мы можем тебя объявить международный розыск. Несмотря даже на то, что война. Мы на тебя можем навешать кучу дел, и ты никуда не денешься. Будешь годами ходить, отстаивать свою правоту, и ничего не отстоишь. Я уже посидел в Лукьяновском СИЗО, они меня туда опять хотят. Но вот этими всеми решениями подряд, очень быстро происходящими, когда ты из Америки даже не можешь доехать. Вот сегодня буквально пришла повестка, и я должен явиться в суд через 3 дня. А как я отсюда выберусь? Если у меня нет разрешения на выезд. Но кого это интересует? Я не явлюсь. И в результате они вынесут решение арестовать меня по приезду в Украину. А какой у меня выход? Приехать и арестоваться в Украине? И меня буквально раздавливает Родина. Ну и что прокуроры? Они радуются? Тихо. У них защита мундира. Они добились. Они всю машину государства пустили на уничтожение человека. Ну, каждого гражданина уничтожают. И люди приходят к суицидным мыслям, вот как этот односельчанин, возможно, прихватив с собой и прокурора. Ну а что делать этим односельчанам? Они там грызутся за этот маленький бюджет этого села. Видно же, что это не богатые люди. Видно, что они бюджет обсуждают. И вообще, почему односельчане не обсуждают каждый свою гостиницу, каждый свой заработок? Они идут и распределяют общие деньги. Это для них самое главное. Потому что личных денег уже давно ни у кого нет. Есть только общие деньги. У государства общие деньги – это кормушка слуг народа. У прокуроров – это кормушка заключенные дела, которые они закрывают. Или выполняют заказы. Или отнимают имущество у своих соплеменников. Короче, мы попали в какую-то страшную, даже трудно себе представить, катавасию. Я не знаю, как с ней выбираться на сегодняшний день. Но я знаю, что есть там надежда, должна умирать. То, что нас в Евросоюз тянут, я не сомневаюсь, к 30-му году. У нас сейчас задача дожить до этого 30-го года. Как-то сохраниться в здравом уме. Потому что все равно усмиритель придет. Он и их усмирит. Но государственная машина продолжит свою деятельность. Разрушительную, обвинительную. И пережить это время суровое, я не знаю, как люди будут переживать, как мы будем переживать. Я уже все. Я опускаю руки, меня система раздавила. Хоть я и нахожусь в Америке, но меня система полностью раздавила. Вот люди на моем примере должны понять, что любой, совершенно случайным образом, переходя дорогу, наступив на ногу прокурору, или с кем-то войдя в конфликт неожиданно, может обнаружить против себя кучу уголовных дел. Ответственности правоохранительных органов за возбуждение дел нет. Мы на ДБР и судом возбудили дело по поводу моих заказных 7 уголовных дел. ДБР даже ни разу не возбудился. Он работает вместе с ними в Спарке. Все это работает под администрацией президента. Все это выполняет заказы политические. И вот я заметил, что как только я активно выступаю и говорю, у меня свобода слова, и я говорю что-то, тут же возбуждается прокурор, потому что ему кто-то позвонил, а что он там выступает в Америке. А ну сделайте ему красивую жизнь, чтобы он не выступал. То есть сама система государственная, система подавления свободы слова. А люди без свободы слова никогда не будут зарабатывать. Никогда. То есть это обречены, ну да, будут выхваченные деньги из этого пекла. Это и есть финансовый ад для людей. Значит ли он, что мы опустились в самое дно финансового ада, где мы пожираем крошки? Где мы уже сами выдираем друг у друга последний для того, чтобы прокормиться. Мы стали злые, мы стали обиженные. И мы смотрим на людей, которых раньше еще говорили, которые оставили пределы Украины какими-то лажными путями, а ты смотришь сейчас на них, и вроде как в порядке вещей. Они правильно сделали свой выбор, чтобы оставили Украину. И то, что смотрят на нас, как на какое-то дикое поле, в каком абсолютно нету никаких прав, в котором власть делает все, что оно посчитает нужным. Это не дикое поле, это структурированное поле под эгидой власти, которое, в принципе, абсолютно контролирует каждого человека в этой стране. Ну, если мы представим себе, как описан ад, то там очень структурированное общество. Есть черти, есть котлы со смолой, там всякие пыточные, и обычные люди, которых назвали преступниками, сидят в этих котлах и варятся. Черти. У нас сегодня черти у власти. А пока черти у власти, мы все как в аду будем жить.
И сегодня нельзя там и прокуроры, судьи, чиновники, люди, которые наживаются на государстве и на беде людей во время войны, чьи это самые настоящие. И сегодня главный черт ходит по улицам Львова в темноте, обращается к народу с пафосными вещами. Он черт. Это дьявол выскочил. Фактически убийца всех граждан Украины. Сейчас он пошел гулять по кладбищам. Все, это танцы на костях начались. Сколько там? 8-9 миллионов выехало из страны. С кем они останутся, эти черти? Они скоро всех котлы забили в тюрьмы. Тюрьмы переполнены. Оппозиции нет. Люди скажут, ну война, нельзя. Нет, а при чем здесь война? Какие ценности сейчас мы защищаем? Президент ездит по миру и говорит, мы защищаем ценности свободы, личность. А когда приезжает сюда, он видит вообще, что с его народом? Он видит этот разгул правоохранительных органов, которые грабят своих граждан и запихивают их в тюрьму? Но полный беспредел в стране. Господин президент должен быть доволен сейчас собой. Он сделал успешную проездку, он поздравил либертарианца с тем, что он приступил к своим выполнению своих обязанностей. Он посетил самую богатую страну, Америку. Он проехался по Германии, по Польше, вернулся в страну. И он вроде как и денег обещает ему привезти, и в Европу. Вроде достижения для общей страны есть, есть значительные за эту неделю, прогресс есть. Только приезжая в бедную страну опять, и смотря людям в глаза, он хоть понимает, в каком свете он сейчас находится, и что собственные граждане начинают ненавидеть все, что связано с властью, с президентством, с Верховной Радой Украины. Ну вот мне рассказывают, что уже вот этот правительственный квартал, в котором мы, офис находится, уже не пускают машины. Вот он возвращается в захваченный им город. Не Путину, а в захваченный им город, центр Киева. У нас завалились несколько станций метро, а президент блокировал несколько улиц, по которым нельзя проехать. И он этого не видит, но мне кажется, они радуются, что они вот живут в каком-то особом мире, что они над всем этим бедлам. У них финансово все хорошо. Я думаю, у жены президента все отлично. У родителей в Израиле просто все замечательно. Деньги идут трекой. Выделяются деньги на сериалы своим подругам. Что у них вот плохо? И получается, что чем больше будет убито и посажено людей, тем надежнее власть. Их. Я же говорю, что на сегодняшний день я в растерянности. Не знаю, что даже людям советовать в этой ситуации. Быть только осторожными. Очень осторожными. Потому что угроза отовсюду, потому что идет охота за людьми, именно охота за украинцами, охота за их имуществом, охота за их свободой, даже охота, условно, за языком, чтобы никто ничего не говорил против президента. Я тогда еще в 21-м году, когда это все пошло, мне все время говорили люди, ты самое главное на президента ничего не говори, шепотом. Как украинцы умудрились, свободолюбивый народ, который воспевает в песнях свободу, как самую главную ценность, практически стал рабом вот этих маленьких чинуш и маленьких людей в администрации президента. И, конечно же, ментов и прокуроров. Вот мы же фактически все. Никто пикнуть не может, все боятся. Никто. И оппозиция уже практически, оппозиция боится высказываться, потому что завтра приедут. Ну, кто-то высказывается еще. Но это надо не иметь имущества, я не знаю, быть святым, чтобы на тебя ничего не повесили. Люди высказываются, блогеры высказываются из фронта, тех, которых отправили за длинный язык, которые сопротивлялись. И высказываются те, кто находится за границей. Я не вижу больших высказываний из центра. Ну, или какие-то люди, которые имеют какие-то или возрастные уже сенсы, или сенсы со здоровьем, которые невозможно прижать, или не за что прижать пока. Потому что никто же в открытую не стучит на человека то, что он виноват в чем-то, что он сказал. А стучат по его семье, стучат по его бизнесу, стучат на какие-то там, где есть промашки. И это вроде как по закону правильно. Прижали человека правильно, потому что нарушал, не уплатил.
нарушил, выехал не туда, куда надо. Но не говорят, что это за конкретно за оппозиционное мнение. Кроме вас и кроме движения на вашем канале, никто абсолютно не говорит причину, почему закрыт центр города. Этот вопрос я пытался обсуждать с многими блогерами, но они абсолютно не хотят на эту тему обращать внимание. Говорят, возможно, так надо. Это все-таки правительственный квартал, его охранять надо. Но с учетом огромного наплыва автомобилей, движения людей, перекрыть центр города, а ведь та же самая Грушевского, это улица, которая действительно такая, маршрут городского значения. Стоят везде пробки, а центр города стоит пустой. Здесь ни машин, ни людей, ни правительства. Я не знаю, где они работают, но их практически тут нет. Почему, в общем-то, народ не поднимает так остро этот вопрос, связанный как раз с перекрытием центра города? Потому что считается слова правительственный квартал на учет с ним. Люди же как, тебя сильно беспокоит, что там в Мукачево происходит? Ну, если бы не вот такой вопиющий, допустим, случай, как в этом сельсовете. Ну, кто об этом сельсовете вообще знал? Они делят какой-то бюджет. Для людей основной массы, там что происходит в правительственном квартале, я его привожу просто то, что я знаю не понаслышке, и как бы у меня там квартира, я там жил. И я оказался в этом кольце. Поэтому я о нем говорю. А люди, у них нет возможности говорить об их проблемах. Сегодня же многие блокированы по Украине. Я вот заметил, когда выезжал, говорю, чем дальше от фронта едешь, туда, в сторону Львова, тем больше проверок и блокпостов. Это значит, что украинцы привычно перешли к своему любимому занятию. Сидеть на блокпосту и быть пропуском для кого-то. Или кого-то ловить. И как бы при деле, мужики. Вроде в военной форме. Но опять же я говорю, что все это идет из центра. Если у вас сгнилая голова, у вас вначале сгниет администрация президента, и эти все метастазы пойдут дальше. И они пошли. Общество не болеет снизу. Общество разваливается сверху, когда оно теряет само над собой контроль. Где наш контроль? У нас была надежда на то, что у нас есть власть, у нас нет власти. У нас есть репрессивное государство, которое репрессирует своих граждан. Все. Во время войны это особенно кошмарно, потому что еще исчезают деньги. Я в ужасе послушал того Пышного. Он говорит, что ну, мы вынуждены, нам разрешают печатать денег на 50 миллионов долларов. Понимаешь? Почему? Понимаю. Видел есть, я Пышного это... перед Национальным банком Украины, который садился в свой Майбах. А, не Бентли. Это была Бентли. Двухцветная, красивая Бентли прямо перед входом в Национальный банк Украины. У него все нормально. Да, у Национального банка Украины все нормально. За счет граждан. Вот их еще раз ограбят, печатая эти доллары. Им Евросоюз не разрешает больше печатать. А если разрешат, вы будете печатать. Вот президент Зеленский же съездил к этому миру, а тот собирается отменять Национальный банк. То есть он понимает, что честно надо с людьми обращаться. Ну вот пенсии продолжают приходить людям. 3,2, там, 3 тысячи гривен. Ну 70 долларов. Никто здесь в Америке не может даже понять, что это, как может быть пенсия 70 долларов. Но тому Пышному на своем Майбахе ему какая разница, сколько у тебя пенсия или как там люди живут. У него пропуск есть, у него все хорошо, он старая власть, он еще пришел одноклассник Яценюка. Это когда мафия захватила государство, вот я все время... представлял себе как бы на сцене. Люблю сейчас драматургией больше позаниматься. Пилоты пишу. И вот тот представить себе Колумбию, да, захватил Пабло Эскобар. Вот его когда-то там выбрали в депутаты. Но депутаты возмутились и выгнали его. А если бы не выгнали, и он захватил власть и стал президентом Колумбии. Вот чем бы сейчас была Колумбия? Я тебе скажу, чем. Она бы воевала со всем окружением. С Бразилией, с другими странами, соседями. Потому что Пабло Эскобар по-другому не может думать даже. У него война. И кого ему там жертвовать? Его начало было такое, что он нанял этих пацанов 16-летних, которые должны убивать его конкурентов. Взрывать что-нибудь. Вот к чему это приводит. А сейчас у нас мафия захватила администрацию президента.
И самого президента. Он внутри этой мафии, как их главный актер. Так сказать, собирает электоральные почтения. И их надежда, что он их дальше пролонгирует у власти. Вот почему я мечтаю о том, чтобы генерал, адмирал, не знаю кто, но усмиритель пришел как можно быстрее. Потому что этот бедлам, он только нарастает. Мы же видим, ни дня в обратную сторону не идет. Сейчас все будут 3 дня обсуждать вот это взорвавшийся сельсовет. 3 дня. Но представим себе, что это будет каждый день что-нибудь взрываться. И причина одна. Администрация президента, она взрывается там изнутри. Голова сошла с ума. Вот сошла с ума, бродит по этому аду финансовому с мобильным телефоном, ездит наведаться на кладбище, и все, чем она занимается. А сегодня администрация президента занимается одним – спасением себя. А она может спасаться только репрессиями и наращиванием контроля над обществом. И это нищета. У народа возрастает запрос на справедливость. Справедливость сегодня выносится за ранг, наверное, даже самосохранения. Мы требуем справедливости, мы готовы погибнуть, но ради чего-то, ради справедливости, а не просто так. Да никто не, какие-то не, чужие... Юра, это все слова. Никто не готов погибать. Возможно, люди, которые прошли вот эту смертельную опасность схватки с Путиным, возможно, они должны быть еще и возглавлены кем-то и поддержаны международным сообществом. Украинцы не выводили сами себя на Майданы. Им помогли выйти на Майдан. Эмоции разожгли, денег дали, поддержали послы зарубежных государств. Пока я не вижу вот этой поддержки народа. Сейчас все равно, мне кажется, европейцы терпят Зеленского и американцы только с той целью, чтобы он прошел как можно дальше со своим кодло и напринимал законов будущего. Вот они сейчас через парламент стараются протянуть законы будущего. Сопротивление идет сумасшедшее. Некоторых людей сбить невозможно, которые сидят в администрации президента. Ни американцы их не могут сбить. То есть есть какая-то причина. Они же знают, что происходит. Они же знают, то есть идут же сигналы отовсюду. У них же своя разведка работает. Агенты работают прямо на улицах Киева. Но что-то их останавливает в том, чтобы начать менять, демонтировать эту власть. Нашествие Путина. Вот почему Зеленский не хочет никаких переговоров. Потому что как только остановится нашествие Путина, у нас начнется что-то другое. Армия развернется. Много постов не только в сторону Львова, много постов в разные стороны, это касается всей страны. Когда я ехал в Константиновку через Часов Яр, я обратно возвращался, на меня наложили 2 штрафа, нагло, цинично, мерзко. Тем более, когда я видел, что там происходит, я проезжаю, а здесь хорошие, упитанные полицейские, которые, в принципе, не думают о твоем сервисе, о твоем быте. Они думают, как тебя наказать. Вот я съездил в Чернигов, та же самая история. Стоят на блокпостах военные, один раз меня вывели с автомобиля, 4 раза меня остановили за превышение скорости, хотя 40 километров на трассе с временными знаками, опять жирные, упитанные, улыбающиеся. А, полицейские на трассе. Это вот такое засилие силовиков на трассах по всей стране. И, конечно, это вызывает неудовлетворение людей, потому что это не на нас работает. Это полиция работает на власть и при этом всем прикарманивая какую-то копейку для себя. Человек, который пошел сегодня на подрыв, и у нас будет, наверное, много обсуждений, никто не будет говорить о причинах, почему это случилось. Все будут говорить, наверное, о статьях. А дополнительно, наверное, поставить металлоискатели на входах в такие помещения. Возможно, усилить охрану для органов, где будут проводиться собрания ОТГ. Может быть, больше полицейских наберут. Страна не изменится никак с помощью таких поступков. И когда начнут говорить о сути и о причинах происходящего, почему все-таки наши люди не понимают, что главное нас смотреть в корень, а не на последствия того, что происходит сейчас? Это булгаковские времена. Там же в Киев и немцы входили, и Петлюра, и резали то одних, то других. И киевляне устали от этого бедлама. Потом пришли большевики, и, мягко говоря, их мирно встретил уже задавленный город.
уставший. Я даже не знаю, может быть, есть такой сценарий у Путина довести Украину до состояния усталости. И когда люди уже будут думать, а какая мне разница, кто на блокпосту стоит? Я, кстати, это с удивлением услышал от своего знакомого, по телефону с ним разговаривал, он говорит, на блокпосту говорят, а вы что хотите? Ну, чтобы здесь русский пост стоял? И он говорит, ну да. И я вспоминаю это вот «Убить дракона», когда тот говорит, чтобы победить дракона, нужно иметь собственного дракона. А получается, нам блокпост не нужен. А люди рассуждают, там, кто возглавляет этот блокпост, какой национальность, на какой мове размовляет. Ведь безумие заключается в том, что мы в этих блокпостах. И люди их принимают как свободу от других блокпостов. У нас даже выбора нету. В кошмарном сне придумать, что зайдут эти путинососы и будут блокпосты. Но если они не зайдут, будут блокпосты. У нас какой-то, мы потеряли возможность выбора пути. И когда говорят, что страна Украина не самостоятельная в пропагандистских кругах России, а реально я не верю в эту самостоятельность. И сегодня я молюсь и надеюсь только на американцев и европейцев, что они-то знают, что делать, но они не бросят нас. Они нас тянут в этот Евросоюз, пусть к 30-му году. Они нам помогут сменить этих чертей, ну, на немножко других, более европейских. Надеюсь, это все. Я даже не знаю, что делать, кроме как говорить. Мы все растеряны и потеряны, что в этой ситуации делать. Но я говорю, что выживать, быть осторожными. Государственная машина, она раздавит любого. Меня раздавило. Нет политика Балашова больше. Все. У нас есть человек, который в международном розыске. У нас есть преступник. Большая надежда, Геннадий Ильич, что это не так. Что ваше настроение сейчас, оно, возможно, изменится, потому что нам надо новая власть, нам надо структурные изменения, и мы пока не видим в Украине какого-то героя или политической партии, кроме нашей либертарианской, которая могла бы поддержать мы этот путь сопротивления и дать свободы. Юра, мы уже не герои, все. Мы поколение уходящее, и будет сейчас заходить поколение тем, кому в политику, тем, кому чуть за 30. У меня тоже на него большие надежды, потому что вот это поколение 45-55, которая сейчас у власти, вот возраст Зеленского примерно, оказалась отравленная 90-ми годами, драками, разводами, распадом семей, распадом империи, распадом Советского Союза. Все это отразилось на их психике в их детстве. И мы сейчас пожинаем плоды того. Казалось бы, 90-е ушли, ни хрена не ушли. Развал Советского Союза сейчас продолжается. И продолжается он против людей. С другой стороны, есть тенденция, как бы вектор, все равно мы нас отрывают к Европе туда, двигают. Но через какие страдания придется еще людям пройти, чтобы избавиться от этого совка? Тут даже вопрос в понимании. Вот разговариваешь там с людьми, поговори вот с людьми до 30 лет. Они этого даже еще не осознали и не поняли, что они есть новое революционное поколение усмирителей. И им придется усмирять вот этих вот бешеных чертей. Осознание пока не пришло. Не знаю, философы должны им говорить об этом. Что сейчас будущее вас, ваших дедушек, в ваших руках. Но в жертву надо привести ваших отцов. Их надо загнать и успокоить. Их надо ограничить в возможностях осуществлять зло. Потому что сейчас возможность осуществлять зло как раз у поколения 45-55. И они осуществляют. А если не получается осуществить зло, то есть получать дивиденды с этого зла, то они взрывают односельчан и себя. Потому что он же слуга народа, этот, который взорвал. Он взорвал и себя, и односельчан. Но мы же помним, кто дал ему такой пример. Это Зеленский в своем «Слуге народа» расстреливал парламент. Это его мысли. Зеленский, это вот он и есть вот взрыватель этого всего общества. Нам не повезло, когда мы выбрали человека с разваленной психикой, лицедея,
который не может думать о людей, он думает только о себе, о своих деньгах, все. И упаковки, как сбежать. Ну, сейчас он даже не как сбежать. Я не знаю, о чем он сейчас думает, когда он бродит по улицам Львова и снимает и говорит эту чушь в телефон. Или бегает по кладбищам. Я могу только назвать это образно, это танцы на костях. Или пиар на костях. Вот что это. Поэтому мы же видим связь поколений. Сколько этому мужику? Ему же не 60, ему вот как раз 50. 68-го года рождения. 68-го года. Вот оно. И начался тот развал. И в этом же поколении, в стволе этого поколения находится и вся власть сегодня. И когда ты понимаешь, что ты сталкиваешься с поколением, мои прокуроры этого же поколения. Там есть эти шестерки более молодые, но они скорее временные попутчики. Когда они начнут понимать, что наделали их отцы. Это, кстати, и Россию разваливают вот это поколение. Геннадий Ильич, хочу поблагодарить вас за эту беседу. Позвольте пожелать вам спокойствия, уверенности в себе и больше оптимизма. А нам всем, наверное, сохранять себя, не лезть на рожон и думать о будущем. Ну и быть, наверное, более осторожными с властью. И трудно быть оптимистом, когда потерял имущество и потерял свободу передвижения. Свобода передвижения товаров, денег и людей. Свобода передвижения себя, своих желаний и денег. Все потеряно.